Хочу рассказать вам рассказ. Автор рассказа я сам. Рассказ называется «Женщина и хирург». Хирург увидел женщину, и он решил, что он будет заново переделать женщину. Он предлагал ей: «Зачем тебе естественные зубы? Вместо этих зубов я могу поставить тебе имплант». Женщина согласилась, и он сделал для нее имплантные зубы. Потом он сказал: «Зачем тебе такие маленькие губы? Я могу увеличить эти губы благодаря силикону». Женщина снова согласилась, и он сделал для нее пухлые губы. Потом он переделал увеличитель ее грудь. Потом он переделал увеличитель ее попу. Потом он сделал несколько операций в ее носе, в ее лице, и в конце он сказал: «Зачем тебе мозг? Это мозг тебя мешает, он делает тебя депрессивным». И женщина снова согласилась, и хирург сделал операцию, и он вместо мозга поставил на ее голову чип, и в чипе было только шопинг, шоу-бизнес и сериалы, и она жила без мозга. Пока.